Ну, значит, показываю, як мы экономим при ремонте. Вот такой велик у нас был, там шмат что робилось, и меняли вот задние зорки и ланцуг. А передние зорки не заменялись. И вот другая зорка конкретно, она уже довольно моцно сношенная. И коли едешь, там, ну, не то, что проскоки, але неприемная вибрация. А кошт ремонту уже перевалил больше за 150 рублей. И каб не куплять новую систему, я пропоную потратиться на проточку этих зубов у 5, а то и более разов меней. Вы еще тут? Тады погнали! Вядома ж, я раблю гэта ўручную, але як паказвае практыка, гэта ўсё выдатна працуе. Ну, вось неяк так выглядае цяпер гэтая зорка. І я магу сказаць, што яна праедзе яшчэ даволі шмат. Збіраю ўсё назад і еду правяраць на вуліцу. Ну, вось, дарэчы, многія праблемы, которые я вырашаю падчас рамонту, я потым самастойна выязджаю і правяраю. Націскаючы тармазы, моцна стоячы цісну на педалі, ні вібрацый, ні праскокаў.